Людмила Буряк вернулась из очередной поездки по воинским частям. На этот раз она побывала в Армении, Южной Осетии, во Владикавказе. Там служат 30 ямальских срочников, 10 из них из Ноябрьска. Видеоприветы молодых людей Людмила Буряк сегодня уже передала родителям на собрании, а с нами поделилась собственными впечатлениями от поездки. Завершилась очередная поездка по Северно-Кавказскому военному округу. В этот раз мы посетили Южный военный округ, это у нас город Гюмри, 102-я военная база, и Южная Осетия, Цхинвал и Владикавказ. Конечно же, у меня остались такие яркие впечатления, это от Армении, потому что это там, где служат наши ребята, это исторический город, ну, словами не передать, это нужно служить и видеть. Можно сказать родителям, чтобы они не волновались, служат наши мальчишки достойно и выполняют с достоинством свой воинский долг.